Очень холодно. Да, на самом деле это из-за вот этих окон. Не прогревается. Да. Что, просто? Садиться надо? Нет, можете отсюда. Конечно, если вы чуть-чуть поближе друг к другу сядете, будет поудобнее. Но смотрите на вашу сумку. Ну вот буквально, даже если вы на один стульчик сюда сдвинете, сюда. Сейчас мы уточним у тех, кто документы готовит. Наташа, а у нас размер задатка был какой? Посмотри. А, смотрите-ка, все точно. А это кто у нас? Как на кожевническом месте? Что, будем делать, отказываться уже в третий раз? Добрый день.
Сегодня, 18 декабря 2017 года, в 15:00, акционерное общество агентства ипотечного жилищного кредитования проводит аукцион на право заключения договора аренды находящегося в федеральной собственности земельного участка площадью 46 163 квадратных метра, расположенного по адресу Владимирская область, муниципальное образование город Владимир, городской округ, город Владимир, улица Горького, дом 87. Установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир. Здание учебно-лабораторного корпуса номер 1, почтовый адрес ориентира, муниципальное образование Владимир, городской округ, кадастровый номер 33-22-01-11-00-13-39 для комплексного освоения территории, в рамках которого предусматривается в том числе жилищное строительство. Аукцион проводит аукционная комиссия АО ЖК. Комиссия сформирована в количестве 7 человек. Присутствует 5 членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия полномочна принимать решение. Регистрационный номер торгов А-578-15/2017. Извещение о проведении аукциона было опубликовано в Российской газете 16 ноября 2017 года. В течение периода приема заявок на участие в аукционе поступило 2 заявки. 15 декабря 2017 года комиссия рассмотрела заявки и прилагаемые к ним документы и приняла решение признать участниками аукциона общество с ограниченной ответственностью «Виста Владимир», общество с ограниченной ответственностью «Монострой». А в процессе регистрации участникам были присвоены следующие номера. Общество с ограниченной ответственностью «Виста Владимир» присвоен номер участника 1. Общество с ограниченной ответственностью «Монострой» присвоен номер участника 2. Уважаемые участники аукциона, присутствующие в зале, во время проведения аукциона запрещается передвижение участников и их советников по залу, в том числе выход и повторный вход, переговоры между участниками и советниками разных участников, громкие разговоры в зале, аудио, видео и фотосъемка, видеозапись, аудиозапись. Обращаю ваше внимание, что у ЖК проводится аудио-видеосъемка процедуры проведения аукциона, а также ведется онлайн-трансляция на официальном сайте АО ЖК «Дом РФ». Прошу участников аукциона отключить мобильные телефоны сейчас. Угу. Полностью. Запрещены разговоры. Аукцион ведет Соколова Елена Андреевна, которая вас сейчас ознакомит с правилами проведения аукциона. Переходим к проведению. Прошу вас прослушать правила проведения аукциона. Аукцион начинается с соглашения мной предмета аукциона, начального размера первого арендного платежа, шага аукциона, а также удара аукционного молотка. Каждый последующий размер первого арендного платежа заявляется мной путем увеличения начального размера первого арендного платежа, а затем текущего размера первого арендного платежа на шаг аукциона. Участники аукциона готовы приобрести право на заключение договора аренды земельного участка после оглашения мной начального размера первого арендного платежа и каждого очередного размера первого арендного платежа заявляет об этом путем поднятия своих карточек до уровня плеча и выше. Участник аукциона первым, поднявшим карточку, считается подавшим начальный размер первого арендного платежа. Я назову номер карточки участника аукциона, который первый поднял карточку, а затем объявлю следующий размер первого арендного платежа в соответствии с шагом аукциона. В ходе аукциона вы можете одновременно с поднятием карточки заявить в голос свой размер первого арендного платежа, превышающего начальный размер первого арендного платежа, или последующий размер первого арендного платежа на величину, кратную шагу аукциона. Для вашего удобства в раздаточных материалах есть распечатка пошаговых цен аукциона, которые также дублируются на экране монитора. При отсутствии участников аукциона, готовых приобрести право на заключение договора аренды земельного участка по объявленному мной размеру первого арендного платежа, я повторю этот размер 3 раза, если после 3-кратного объявления очередного размера первого арендного платежа ни один из участников аукциона не поднимет карточку, аукцион завершится ударом аукционного молотка со словами «продано». Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого будет назван мной последним. По завершении аукциона я объявлю о продаже права на заключение договора аренды земельного участка, назову номер первого арендного платежа и номер карточки победителя аукциона. Аукцион признается несостоявшимся, если после 3-кратного объявления мной начального размера первого арендного платежа ни один из участников не заявит о своем намерении приобрести предмет аукциона. Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который подписывается в 2 экземплярах в день проведения аукциона членами комиссии, аукционистом и всеми участниками аукциона.
Один экземпляр протокола остается у организатора аукциона, второй передается победителю. При необходимости объявления перерыва вы можете поднять свою руку с просьбой сделать телефонный звонок. Зал можно покинуть только в сопровождении сотрудника ИЖК. В данном случае я приостановлю торги со словами «Стоп торги» и возобновлю их с последней цены участника и номер карточки участника, подавшим данную цену. Каждый из участников имеет право на один перерыв продолжительностью не более 5 минут. При этом во время перерыва другие участники аукциона могут также использовать данное время для разговора по мобильной связи. Споры, замечания по процедуре проведения будут решаться в ходе аукциона. По завершении торгов претензии не принимаются. Есть ли у вас какие-либо вопросы по проведению? Все понятно. Мы переходим к проведению аукциона. Предметом аукциона является право заключения договора аренды находящегося в федеральной собственности земельного участка площадью 46 163 квадратных метра, расположенного по адресу Владимирская область, муниципальное образование, город Владимир, улица Горького, дом 87, установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир – здание учебного лабораторного корпуса номер 1, почтовый адрес ориентира, муниципальное образование, город Владимир, последние цифры кадастрового номера 1339 для комплексного освоения территории, в рамках которого предусматривается в том числе жилищное строительство. Начальный размер первого арендного платежа составляет 26 675 тысяч рублей. НДС не облагается. Шаг аукциона 300 тысяч рублей. Арендная плата за участок устанавливается из расчета 522 рубля 5 копеек за 1 квадратный метр площади участка в год. НДС не облагается и не подлежит изменению в течение всего срока аренды. Цена выкупа земельных участков, предназначенных для жилищного и иного строительства, образованных из участка в результате его раздела, определяется в следующем порядке. Величина стоимости выкупа таких земельных участков, составляющая 2311 рублей 37 копеек, НДС не облагается, за 1 квадратный метр общей площади земельных участков, увеличивается на величину арендной платы за 1 квадратный метр земельных участков, подлежащей выплате в течение всего срока аренды таких участков. НДС не облагается за вычетом арендной платы, оплаченной по договору аренды. Срок аренды участка 5 лет со дня подписания акта приема-передачи участка. Мы переходим к торгам. Итак, начальный размер первого арендного платежа 26 675 рублей. Участник под номером 2 подтвердил первый размер арендного платежа. Следующая стоимость – 26 975 тысяч рублей. Раз. Участник под номером 1 – 27 275 тысяч рублей. Раз. Участник под номером 2 – спасибо. 27 575 тысяч рублей. Раз. Участник под номером 1 – 27 875 тысяч рублей. Раз. 27 875 тысяч рублей. Два. Я напоминаю, что после троекратного повторения мной цены мы остановим аукцион, и предыдущая цена будет последней. 27 875 тысяч рублей. 3. Продано 27 575 тысяч рублей участнику под номером 1. Спасибо. Победителем аукциона на право заключения договора аренды земельного участка площадью 46 163 квадратных метра, расположенного по адресу Владимирская область, Владимир, улица Горького, 87, установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир здания учебно-лабораторного корпуса номер 1, почтовый адрес ориентира Владимир, кадастровый номер 33-22-01-11-00-13-39 для комплексного освоения территории, в рамках которого предусматривается в том числе жилищное строительство, признан участник под номером 1 общества с ограниченной ответственностью «Виста Владимир», которая предложила наибольшую цену – 27 575 тысяч рублей. Спасибо за участие в аукционе. Прошу оформить протокол о результатах аукциона. Представителя победителя, представителя участника, прошу не покидать зал до подписания протокола.
Пока протокол оформляется, напомню, что протокол о результатах аукциона является документом, который удостоверяет право победителя аукциона на заключение договора аренды. А ЖК в течение 10 дней с даты составления протокола о результатах аукциона вручает или направляет победителю аукциона 3 экземпляра подписанного со своей стороны проекта договора аренды, 2 экземпляра подписанного со своей стороны проекта договора о комплексном освоении территории и 3 экземпляра проекта акта приема-передачи участка. Размер первого арендного платежа по договору аренды определяется в размере, который был предложен победителем аукциона. Победитель аукциона в срок не позднее 30 дней с даты направления ему документов предоставляет ВЖК подписанные со своей стороны 3 экземпляра договора аренды, 2 экземпляра договора о комплексном освоении территории, подписанные со своей стороны, безотзывную банковскую гарантию, которая отвечает требованиям договора аренды, или платежный документ, который подтверждает внесение